Здравия вам всем желаю. Ну что, почитаем газетки про наше прошлое с вами. Русское слово. 1907 год. Вздорожание нефти. Цена на нефтяные остатки вследствие отсутствия запасов угля на рынке продолжают быстро возрастать. Теперь нефть продается уже по 63 копейки за пуд. И, очевидно, поднимется еще, так как запасов ее в московском районе не имеется. Далее, завоевание Сибири иностранцами. На бирже много говорят о заметном наплыве иностранных капиталов в Сибирь. Всюду по линии Сибирской железной дороги идут толки об увеличивающихся захватах преимущественно английскими капиталистами всевозможных приисков, промышленных предприятий и прочее. Московские купцы жалуются, что рынки в районе Сибирской дороги уходят у них из рук. Всюду наплыв иностранных товаров, идущих по более сходным для населения ценам, чем московские товары. Правда. 1931 года. Привет зоркому стражу ГПУ. Ленинград. Общее собрание рабочих автоматно-револьверного цеха завода «Красная Заря». Заслушав информацию о предстоящем суде над контрреволюционной меньшевистской организацией, возглавляемой Громаном, Базаровым и Сухановым, требует сурового наказания меньшевикам, агентам иностранных интервентов. Меньшевистская организация Второго интернационала в нашей стране, работая по указанию генеральных штабов Франции и Польши, проводила подлую вредительскую работу в промышленности, транспорте и всех остальных отраслях народного хозяйства с целью подрыва обороноспособности нашей страны и облегчения нападения на нас белых армий империализма. Общее собрание рабочих автоматно-револьверного цеха завода «Красная Заря» приветствует ГПУ. Зоркого стража пролетарской диктатуры, раскрывающего все контрреволюционные организации в нашей стране, и призывает всех рабочих напрячь все силы для выполнения героического плана 1931 года. Наша страна – несокрушимая база мировой пролетарской революции. Государственный резиновый трест, контора и склад. Производит и имеет всех размеров и всех видов. Последние новости. Париж, 1932 год. Московский корреспондент Sunday Times в Лондоне передает. Энергичную деятельность развивает интурист, старающийся привлечь из-за границы, возможно, большее число богатых иностранцев. Главное внимание обращено на организацию охоты на зверей, которых уверяют бюллетени интуриста вы можете увидеть у себя на родине только в зоологических садах. Охотникам, соблазненным необыкновенными перспективами, обещают, что специально тренированные загонщики выведут на них любого зверя. Это была цитата. С охотников-туристов взимается за каждого убитого медведя 20 фунтов стерлингов, за убитого лося 30 фунтов стерлингов, за волка 6 фунтов стерлингов, за рысь 10 фунтов стерлингов. Независимая газета 1992 года. Воровать начинают чуть ли не с пеленок. Даже видавшим виды блюстителям порядка стал не по себе, когда они установили личность тех, кто совершал в последнее время многочисленные мелкие кражи в Мурманске. Преступниками оказались братья Бродниковы, 7 и 9 лет. А подвиги, в кавычках, эти юные воры совершали самые разные. От кражи велосипедов до взлома «Жигулей». Братья-разбойники признались в содеянном, но возраст не позволяет привлечь их к ответственности. Поэтому ими займется не суд, а комиссия по делам несовершеннолетних. Здравия вам всем желаю.